أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В своей предыдущей проповеди я рассказывал о предыстории и причинах, приведших к битве Хамра аль-Асад. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о плане врага вернуться и напасть на Медину, он вызвал к себе Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара, да будет доволен ими Аллах, и рассказал им о том, что услышал от одного из своих сподвижников. Они оба сказали: «О посланник Аллаха, нужно выступить навстречу врагу, чтобы он не напал на наших детей». После молитвы Фаджр, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе людей и повелел Хазрату Билялу объявить, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал выйти навстречу врагу, и выйти с ними должен был только тот, кто принимал участие в сражении накануне, то есть те, кто принимал участие в битве при Ухуде. Об исламском знамени и наместнике посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медине повествуется. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принесли его знамя, которое было еще завязано, и никто его не развязывал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил это знамя Хазрату Али, да будет доволен им Аллах. Согласно еще одному повествованию, он вручил это знамя Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Ибн Умми Мактума своим наместником в Медине. Биографы написали, что решение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о преследовании врага было очень разумным. Согласно мнению лицемеров, после потери 70 сподвижников в битве при Ухуде, сражаться с врагом сразу же на следующий день без какой-либо дополнительной помощи было опасно. Однако позднее выяснилось, что решение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказалось очень разумным, и благодаря этому мусульмане обрели бесконечную пользу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всю ночь обдумывал ситуацию, сложившуюся в битве при Ухуде. Он думал, что если многобожники Мекки подумают, что несмотря на свое мощное войско они не смогли обрести пользу, то им станет стыдно, и вернувшись обратно, они снова нападут на Медину. Поэтому мнение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о преследовании врага было очень правильным. Это решение вдохновило сподвижников, и лицемеры оказались под страхом влияния посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В-третьих, когда враги узнали о том, что исламское войско преследует их,
они тоже упали духом. Это взято из одной из книг о жизнеописании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Глава лицемеров Абдулла бин Убай тоже попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения отправиться вместе с ним на эту битву. Однако до этого он не только сам ушел с поля битвы при Ухуде, но и увел с собой 300 своих сторонников. Возможно, ему было стыдно, и он хотел исправить свою ошибку. Или Бог знает, быть может, у него был какой-то другой план против ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Как бы то ни было, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не дал ему разрешения на это. На призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отозвались даже те сподвижники, которые получили сильные ранения в битве при Ухуде. Об этом повествуется следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал преданных и искренних сподвижников к сражению, и, несмотря на свои ранения, они сразу откликнулись на призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Например, Хазрат Усайд бин Хузейр получил 9 ранений, и он только начал лечить свои раны, когда услышал призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тем не менее, он сразу же отправился туда, прекратив лечение. Из племени Бану Салима на призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, откликнулись 40 раненых сподвижников. Увидев их повиновение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес мольбу со словами: «О Аллах, прости племя Бану Салима». Хазрат Туфель бин Науман получил 13 ранений, Хараш бин Сама – 10 ранений, Кааб бин Малик – более 10 ранений, и Утба бин Амир – 9 ранений. Однако, несмотря на эти ранения, мусульмане оставили лечение и взялись за оружие. Всевышний Аллах навсегда сохранил эту страсть сподвижников в Священном Коране, и о ней будут помнить всегда. Всевышний Аллах изрекает об этом. И те, которые ответили на зов Аллаха и посланника после того, как постигли их раны, для тех из них, которые творили добро и были богобоязнены, награда великая. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует, что Хазрат Абу-Бакр Сиддик и Хазрат Зубейр бин Авам тоже были упомянуты в этом аяте. Об участии Хазрата Джабира бин Абдуллы в этой битве повествуется следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о том, что в этот поход отправятся только те, кто принимал участие в битве при Ухуде, и это повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было строго соблюдено. Однако был один из счастливых сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который, несмотря на свое отсутствие в битве при Ухуде,
получил разрешение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на участие в этом походе, и им был Хазрат Джабир бин Абдулла. Ибн Исхак и Ибн Умар повествуют. Хазрат Джабир бин Абдулла пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, я узнал, что вы приказали принять участие в этом походе только тем, кто принимал участие в битве при Ухуде. Я очень сильно желал принять участие в этой битве, однако мой отец оставил меня с моими 7 сестрами». Согласно другому повествованию, у него было 9 сестер. Одним словом, по его словам, его отец сказал, что нельзя оставлять женщин без мужчин. Женщины слабы, и он боялся оставлять их одних. По его словам, его отец сам хотел принять участие в битве при Ухуде и оставил его дома с сестрами. Он послушался своего отца и поэтому не мог принять участие в этой битве. Услышав искренние и преданные слова Хазрата Джабира, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил ему принять участие в этой битве, и Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, всегда с гордостью рассказывал об этом людям. Кроме него, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не разрешил это никому. Во время отправки войска посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже был сильно ранен, особенно ранены были его благословенное лицо и лоб. Его благословенный зуб был выбит. Его нижняя губа тоже была ранена. Согласно некоторым повествованиям, обе его губы были ранены. Из-за удара мечом Ибн Кумы были ранены оба его колена и правое плечо. Прежде всего, он отправился в мечеть и совершил 2 раката намаза. После этого он попросил привести его коня по кличке Сакаб прямо к двери мечети. В то время конь был только у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он был облачен в кольчугу и шлем. Можно было увидеть только его глаза. В это же время Хазрат Талха бин Убайдулла встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который спросил его: «О Талха, где твое оружие?» Хазрат Талха ответил: «О посланник Аллаха, оно тут, рядом». Сказав эти слова, он быстро ушел со своим оружием и принес его. В то время на его груди было 9 ранений, которые он получил в битве при Ухуде. Всего же на его теле было больше 70 ран. Хазрат Талха повествует: «Больше своих ранений я беспокоился о ранениях посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подойдя ко мне, спросил: „Где ты видел врагов?“ Я ответил: „В низине“. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Я тоже думал именно так“. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Больше курайшитам не представится такой возможности до тех пор, пока Всевышний Аллах не одарит нас победой над Меккой». Согласно еще одному повествованию, обратившись к Хазрату Умару, он сказал: «О сын Хаттаба, теперь курайшиты никогда не осмелятся напасть на нас, пока мы не поцелуем Хаджар аль-Асфад, черный камень». Сабит бин Салиба Хазраджи проводил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до Хамрауль-Асада. Согласно другому повествованию, его проводником был Сабит бин Захак. Существует 2 повествования. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 2 своих сподвижников в разведку. Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил в разведку 2 сыновей Суфьяна, Салита и Наумана из племени Бану Сахма, которое было ветвью племени Бану Аслам.
Третьим из них был человек из племени Бану Увайра, который тоже был ветвью племени Бану Аслам, его имя неизвестно. Двое из них достигли курайшитов в местности Хамрауль-Асад. Они подслушали разговор курайшитов, и курайшиты заметили их, схватили и в конце концов убили их. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками добрался до местности Хамрауль-Асад и остановился там. Там же они нашли тела двух мучеников и похоронили их там в одной могиле. Относительно этой битвы повествуются об истории преданности и повиновении двух братьев из числа ансаров. Как они, несмотря на свои ранения, отправились туда пешком. Подробно повествуется следующее. Хазрат Абдулла бин Сахаль и Хазрат Рафе бин Сахаль были из племени Бану Абдуль Ашаль. Они оба получили ранения в битве при Ухуде. Хазрат Абдулла получил больше ранений, чем его брат. После возвращения они услышали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел идти к поселению Хамрауль-Асад. Они сказали друг другу, «Если мы не примем участие в этой битве, это будет нашим несчастьем». Посмотрите, они горели желанием принять участие в этой битве, несмотря на то, что они оба были ранены. Один брат сказал другому брату, «У нас нет средства передвижения, и мы не знаем, как нам принять участие в этой битве». Хазрат Абдулла предложил отправиться туда пешком. Хазрат Рафи сказал, «Из-за полученных ранений у меня нет сил идти туда пешком». Хазрат Абдулла сказал, «Пойдем туда медленным шагом». Одним словом, они отправились туда, и Хазрат Рафи не смог идти по причине своей физической слабости, и Хазрат Абдулла понес его на спине. Они оба были ранены, но тот, у кого было меньше ранений, понес другого на спине. Иногда по причине слабости они уже не могли передвигаться, но тем не менее до молитвы Иша они добрались до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время сподвижники уже разбили свой лагерь и развели огонь, и они помогли им добраться до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В эту ночь его охранял Хазрат Ибад бин Бишир. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их о причине их опоздания. После того, как они объяснили причину своего опоздания, он вознес о них мольбу и сказал, «Если Бог подарит вам жизнь, вы обретете множество лошадей, мулов и верблюдец. То, что вы добрались сюда с большим трудом, будет лучше, чем ваши обретенные лошади, то есть вы обретете множество наград за этот ваш поход». Также повествуется, что это событие произошло с сыновьями Хазрата Фузали, Анаса и Муниса. Вполне возможно, что такие события произошли с ними обоими. Также существует повествование об основной пище мусульман и о щедрости Хазрата Саада бин Убады. Хазрат Джабир бин Абдулла передает, что в битве Хамрауль-Асад нашей основной пищей были финики. Хазрат Саад бин Убада привез финики и 30 верблюдов, которых для нас стало достаточно в качестве пищи. Также повествуется о том, что у него были верблюды, мясом которых по 2-3 верблюда ежедневно питались сподвижники. То есть иногда они ели финики, иногда мясо верблюдов. Далее повествуется о планах и мудрости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битве против врагов. Повествуется, что для того, чтобы испугать врага и вернуть его под свое влияние, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, придумал очень хороший стратегический план.
Ночью они разожгли огонь в разных местах, чтобы враги испугались, подумав о большом войске ислама. Поэтому сподвижники, согласно повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стали разжигать огонь на расстоянии друг от друга. Каждый из них разжигал для себя отдельный огонь. Огонь был разожжен в 500 разных местах. За ним можно было наблюдать издалека. Весть об огне и большом войске ислама распространилась повсюду, и благодаря этому Всевышний Аллах вложил в сердца врагов страх перед мусульманами. Еще в одном месте повествуется, что в это же время с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретился Маабад Хузаи, который также встречался с Абу Суфьяном. Он испугал курайшитов войском ислама. Повествуется о следующих подробностях этого. Абу Маабад Хузаи встретился с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и в то время он был еще многобожником. Некоторые биографы пишут, что он принял ислам в это же время, однако большинство из них написали, что в это время он еще не принял ислам, а принял его позднее. Люди из племени Бану Хуза, как верующие, так и неверующие, очень сильно уважали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они обещали ему, что не будут ничего скрывать от него. Маабад, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Мухаммад, нам тяжело видеть то, что ты потерял своих сподвижников. Мы желаем, чтобы Аллах утешил тебя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Испугай Абу Суфьяна, поскольку ты тоже отправишься туда». Потом он вышел из города, когда пророк находился в местечке Хамра аль-Асад, и встретился с Абу Суфьяном, ибн Харбом и его людьми в Ар-Рауха. Местность Ар-Рауха находится в 40 милях от Медины. Они собрались вернуться к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижникам, и говорили: «Мы убили самых главных его сподвижников, их знатных людей и вождей». В действительности они убили Хазрата Хамзу и некоторых других сподвижников. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу-Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али и десятки великих сподвижников, по милости Всевышнего Аллаха, оставались еще живыми и здоровыми. Далее Абу Суфьян сказал: «Что же нам теперь? Вернуться, чтобы искоренить их полностью? Нападем на остальных и полностью покончим с ними». Когда Абу Суфьян увидел Маабада, он спросил: «С чем пришел, о Маабад?» Он ответил: «Мухаммад выступил вместе со своими сподвижниками против вас с таким количеством людей, какого я никогда не видел. Люди из племени Аус и Хазрач, которые остались позади, также присоединились к мусульманам. Они горят желанием сразиться с вами. Вместе с ним собрались все те, кто не участвовал в вашем сражении. Они горько жалеют об утраченном. Они прямо задыхаются от гнева на вас. Я такого никогда не видел». Абу Суфьян произнес: «Горе тебе! Что ты болтаешь?» Абу Суфьян сказал: «А мы было решили напасть на них и уничтожить оставшихся». Маабад сказал: «Я не советую тебе делать этого. Ей-богу, то, что я видел, побудило меня сочинить стихи». Абу Суфьян спросил: «А что ты сказал стихами?» Он ответил следующее: «От громких звуков
чуть не упала моя верблюдица, когда земля заполнилась толпами коней. Были сражены наповал неленивые, благородные львы и не склонные к отступлению при столкновении. И я стал убегать, думая, что земля перевернется, когда назвали имя главы, не брошенного на произвол судьбы. Я сказал: «Горе Ибн Харбу, если он с вами встретится, и сотрясется долина под напором людей». Я увещеваю бесстрашных, обращенных к солнцу и разумных, от войска Ахмада, мир ему и благословение Аллаха, прославленного, в котором нет неблагородного отряда. И пусть не станет мое предупреждение лишь пустословием». Мощь этого войска было невозможно описать словами. Услышав стихи и его разговор с Саффаном бин Умайей, Абу Суфьян и его войско упали духом и сильно испугались. Они не видели другого выхода для спасения, кроме как возвращения в Мекку. Относительно этого исследовательский центр в Рабве сделал следующее примечание. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Маабаду: «Испугай Абу Суфьяна». В некоторых книгах о жизнеописании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, эти события упоминаются, а в некоторых нет. Вполне возможно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал так в целях военной стратегии. Возможно и то, что он вообще не говорил об этом. В-третьих, Маабад сочувствовал мусульманам, и возможно, что Всевышний Аллах вложил это в сердце Маабаду, и он сам сказал об этом Абу Суфьяну. Одним словом, это было примечание нашего исследовательского центра в Рабве. То, что Маабад сказал Абу Суфьяну, было его личным мнением. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не говорил ничего неправильного. Как бы то ни было, в итоге неверно испугались слов Маабада. В это же время, когда многобожники собирались отправляться обратно в Мекку, с Абу Суфьяном встретился проходящий мимо караван племени Абдул-Кайс. Абу Суфьян спросил, куда они отправляются. Они ответили, что в Медину. Здесь Абу Суфьян тоже хотел произвести психическую атаку на мусульман, но не преуспел в этом. Он сказал: «Если вы передадите мое послание Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, на собрании я дам вам верблюдов, нагруженных изюмом». Они ответили: «Хорошо». Абу Суфьян сказал: «Передайте ему, что мы единогласно согласились вернуться к ним, чтобы уничтожить его и всех его людей». После этого Абу Суфьян отправился в Мекку. Этот караван встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Хамрауль-Асад, и они передали ему слова Абу Суфьяна. Услышав их, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Достаточно нам Аллаха, и как прекрасен этот покровитель». Одним словом, мусульманское войско некоторое время пробыло в Хамрауль-Асад и затем вернулось в Медину, поскольку и неверные тоже отправились в Мекку. Также повествуется, что, услышав Маабада Гузаи, Абу Суфьян передумал и отправился назад в Мекку, так и не напав на Медину. Маабад через одного человека известил об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который пробыл в этом месте понедельник, вторник, среду, и после этого вернулся обратно в Медину. Балазари повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробыл вне Медины 5 дней. Согласно еще одному повествованию, он вернулся в Медину через 5 дней в пятницу.
Хазрат Абу Убайда повествует, что до возвращения в Медину Муавия бин Мугира был арестован по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Муавия бин Мугира был дедом Абдуль-Малика бин Марвана по материнской линии. Кроме него был арестован и Абу Аза Джамхи. Относительно Муавии бин Мугиры повествуется, что Хазрат Зайд бин Хариса и Хазрат Аммар бин Ясир после возвращения из Хамра-уль-Асада убили Муавию бин Мугиру. Причина его убийства состояла в том, что он тайно проживал в Медине и шпионил в пользу противника. Когда он был пойман, он попросил убежище у Хазрата Усмана, который спросил об этом у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На что он сказал: «Пусть он покинет Медину в течение 3 дней, если он не сделает этого, он будет убит». Однако Муавия оставался там больше 3 дней, скрываясь. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил Зайду бин Харису и Амару бин Ясиру схватить его, где бы он ни находился. Таким образом, они схватили и убили его. Также написано, что в местности Хамра-уль-Асад мусульмане арестовали поэта многобожников Абу Аза. Это тот самый Абу Аза, который был взят в плен мусульманами в битве при Бадре. Он просил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отпустить его, поскольку он был беден, и у него были дочери, и не было никого, кто мог бы воспитать их. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отпустил его без какого-либо выкупа. Он обещал, что теперь он больше никогда не выступит против ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и что он не будет никого побуждать выступить против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако он нарушил свое обещание и вместе с курайшитами выступил против мусульман. С помощью своих стихотворений он побуждал людей выступить против ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес мольбу о том, чтобы этот человек не был спасен и он был пойман. Согласно еще одному повествованию, после битвы при Ухуде многобожники оставили его в Хамра-уль-Асад, когда он уснул. Он проспал до наступления дня, и Хазрат Асим бин Сабит арестовал его. Он был единственным пленным многобожником в этой битве. Согласно другому повествованию, он был арестован Хазратом Умейром бин Абдуллой. После пленения он был доставлен к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Увидев посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он стал говорить: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прости и помилуй меня ради моих дочерей. Я обещаю, что в будущем я не поступлю так». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Клянусь Богом, теперь ты никогда не увидишь Мекку». Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Теперь ты никогда не сможешь говорить, сидя со своей бородой возле черного камня, о том, что ты обманул Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Зайду, повелел убить его. Согласно другому повествованию, он повелел это Хазрату Асаму бин Сабиту. Он также сказал: «Верующий не может быть ужален из одной норы дважды».
کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں, خدا کی قسم اب تیرے چہرے کو مکہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ اب تو اپنی اس داڑھی کے ساتھ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے آیا. پھر آپ نے حضرت زید کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو. ایک روایت ہے کہ حکم آپ نے حضرت عاصم بن ثابت کو دیا تھا. Иншаллах, я продолжу эту тему в следующий раз. Продолжайте молиться в связи со сложившейся ситуацией в мире. Пусть Всевышний Аллах убережет мусульман Ахмади всего мира от всякого зла. После пятничной молитвы я проведу погребальную молитву джаназа кайб в отсутствии покойного по уважаемому фаразу Ахмаду Тахир Сахибу. Он обрел мученическую смерть несколько дней назад в Австралии. Об этом пишут, что в очень известном районе Сиднея в Австралии под названием Бонти, в одном из торговых центров, один из террористов, австралиец по национальности, напал на людей с ножом, и в результате этого погиб и Фараз Сахиб. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Покойный работал охранником в этом торговом центре. Ему было 30 лет, и он еще не был женат. При этом нападении погибло 6 человек. Пятеро из них были женщинами. 12 человек получили ранения. Покойный был родом из Рабвы. В 2018 году он уехал из Пакистана в Шри-Ланку. Там он прожил 4 года. Затем с помощью Совета по правам человека в прошлом году он переехал в Австралию. В прошлом месяце покойный получил удостоверение охранника. В день своей смерти он впервые вышел на работу днем. Раньше он всегда работал ночью. Об этом происшествии подробно написали, что когда покойный увидел бегущих в панике людей, он вышел вперед и попытался остановить нападающего. Террорист нанес ему удар ножом, и он погиб на месте. Он был первым из погибших. В семью покойного Ахмадият пришел посредством его прадеда, уважаемого Мия Ахмад Сахиба из округа Шахпур. Дед покойного, уважаемый Суфи Ахмад Яр Сахиб, в течение длительного времени служит в общине. В 2005 году умер отец покойного Башир Ахмад Сахиб. В 2014 году умерла и его мать Разия Бегим Сахиба. Покойный оставил 3 братьев, 2 сестер и деда Суфи Ахмад Яр Сахиба. Пишет, что после смерти покойного премьер-министр Австралии и премьер Южного Уэльса отметили храбрость и пожертвования покойного и очень хвалили его. Верховный комиссар Пакистана в Австралии тоже отметил храбрость покойного и выразил свое соболезнование, и он пообещал оказать всевозможную помощь. Относительно покойного и этого события было 120 новостных сообщений, и они продолжаются. Сегодня в Австралии была совершена его погребальная молитва. Там также присутствовал премьер-министр и другие министры. Они также отметили его храбрость. В социальных сетях также распространяются разные посты про него, где о нем упоминают красивыми словами. Люди называют его национальным героем. Его жертва лишний раз доказывает, что он покинул Пакистан не из-за страха перед смертью. Напротив, он покинул Пакистан из-за вымышленных против Ахмадията религиозных санкций. Они хотят остановить призыв к Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Президент молодежной организации общины Австралии Аднан Кадир пишет. 21 апреля, воскресенье, правительство Австралии организовало собрание в одном из торговых центров в память о погибших в этом событии. В работе этого собрания приняли участие премьер-министр Австралии, премьер Нового Южного Уэльса, лидеры оппозиции, члены парламента, мэры других советов, полиция, армия и представители флота и так далее. Также там присутствовало телевидение. Туда также были приглашены представители нашей общины. Его старший брат Мудасир Сахиб пишет,
Покойный с детства был очень трудолюбивым, добрым и смелым человеком. Ему было 11 лет, когда умер наш отец. Наш старший брат Музафар Ахмад воспитал нас как отец. Покойный вместе с учебой помогал брату в его работе. Он очень уважал и любил своих братьев и сестер. Он был очень мягкосердечным человеком. Он никогда ни с кем не конфликтовал. Он всегда принимал активное участие в служении общине. В Пакистане, Шри-Ланке, Австралии, где бы он ни был, он всегда активно служил общине. Он имел искреннюю и преданную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он всегда говорил, что поедет в Лондон после получения гражданства, чтобы встретиться с халифом времени. Таким было его сильное желание. Его младший брат Шираз Ахмад пишет: «Он очень красиво читал священный Коран и был постоянен в своих молитвах». Миссионер Камран Мубашир Сахиб пишет: «Я видел, как покойный относился с большим уважением к миссионерам и к пожилым членам общины. Он никогда не отказывался, если кто-то просил его о чем-нибудь. Если обращали внимание на какие-то его недостатки, он никогда не относился к этому плохо. Напротив, он искренне и молча признавал свою ошибку и исправлял ее». Его друг Ахмад Ибрагим пишет: «Покойный имел прочную связь с религией и с институтом Ахмадийского халифата. Он очень любил всех. Он сильно уважал служителей общины. Он был постоянен в своих молитвах. Он был мне как брат. Если я ссорился с ним, он всегда выслушивал меня с опущенной головой и говорил, что больше такого не повторится. Он был очень добрым человеком». Президент общины Брисбена пишет: «В прошлом месяце, в марте, он приехал на неделю в Брисбен, где встретился со своими друзьями и близкими. Он сказал им, что если кто-то недоволен им, то пусть они простят его. Он снова и снова повторял эти слова, как будто он прощался с ними». Его друг Шаджар Ахмад пишет: «Он был очень трудолюбивым, храбрым и ответственным человеком. Другой охранник, который работал вместе с ним, мне рассказал о том, как террорист зашел в торговый центр. По его словам, люди в панике стали бегать вокруг. Покойный смело выступил вперед и попытался остановить его. Он встал между ними и пожертвовал своей жизнью, защищая других людей». В социальных сетях также восхваляют его. Один человек по имени Крис Мерфи в своем посту написал: «До нападения я увидел в торговом центре красиво одетого человека. Это был охранник Фараз Тахир. Он был героем, который пожертвовал своей жизнью ради спасения людей». Женщина по имени Ребекка Айбрис пишет: «Фараз Тахир, который приехал из своей страны из-за угрожающей опасности, ради спокойствия и доброго будущего Австралии, был известным человеком в своей общине. Он пожертвовал своей жизнью ради спасения людей. Я приношу свои соболезнования его семье и его общине. Это очень трогательное событие». Существует много таких комментариев людей, которые стали свидетелями этого трагического события. Его двоюродный брат Хасур Ахмад, студент Джами Ахмадия в Рабви, пишет: «Фараз Тахир был очень добрым человеком. Он был постоянен в своей пятикратной молитве, и он наставлял в дуэтом других. Он всегда считал меня своим младшим родным братом. Он всегда объяснял мне все с любовью. Он всегда говорил: молитесь за меня, и я молюсь за вас. Последний раз мы созванивались с ним в день его мученической смерти. Тогда в Австралии было 4 утра. Его старший брат говорил ему, что сейчас 4 утра и что ему нужно немного отдохнуть, поскольку ему нужно было идти на работу, на что покойно ответил: я только что совершил молитву Тахаджуд, в которой молился за всех вас. Сейчас мне нужно совершить молитву Фаджр и идти на работу. У меня нет времени, чтобы поспать». Это был его первый день на дневной смене. Раньше он всегда выходил в ночь.
Это была третья мученическая смерть в нашей семье. 11 сентября в 2012 году в Урангитаун, Карачи, погиб муж моей тети Мухаммад Наваз Сахиб. Затем 4 сентября 2013 года в Урангитаун, Карачи, погиб мой дядя Иджаз Ахмад Сахиб. Теперь и Фарас Ахмад стал мучеником. Как я уже сказал, покойный покинул свою страну не из-за страха смерти, напротив, он желал... близких. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر